Марсоход сделал фотографию таинственного объекта на поверхности Марса, который, по мнению уфологов и сторонников теории того, что власти скрывают существование марсиан, может свидетельствовать о наличии пришельцев. Изображение высокой четкости показывает объект, сверкающий металлическими отблесками на скалистом ландшафте Красной планеты. Фотография стала широко обсуждаемой, когда появилась на сайте Reddit. Автор утверждает, что снимок сделан марсоходом Curiosity в марте 2017 года. Пост собрал большое количество комментариев, многие из которых согласны с автором в том, что это может быть инопланетный корабль. Скептики же предполагают, что это скорее похоже на мусор, оставленный самим аппаратом Curiosity. Найджел Уотсон, автор книги «Руководство по расследованию фактов НЛО», отметил, что это может выглядеть как космический корабль, но, как обычно, картинка находится не в фокусе и непонятно, насколько велик или мал этот объект. Если мы не получим более подробную информацию, то это останется еще одним случаем выдачи желаемого за действительное. К сожалению, для сторонников всего таинственного и необычного в комментариях на том же Reddit утверждается, что это вообще не снимок с Curiosity, а фотография с другого марсохода Opportunity, и сделана она в январе 2005 года. За сутки до обсуждаемого нами снимка была сделана еще одна фотография, которая, вероятнее всего, подтверждает, что на фото изображен просто другой марсоход. И из-за игры света, тени и перспективы возникает ощущение, что перед нами самый настоящий марсианский корабль. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в космическом курсе всех событий.